Вы на канале Новости БП. Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана об ужесточении карантина в столице. В новом документе установлен график работы ТРЦ и торговых домов с 10:00 до 17:00, в будни с запретом работы в субботу и воскресенье независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19. Строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, в том числе объектов, участвующих в проекте АШИК. Работа фудкортов разрешена в будние дни с 10:00 до 17:00 часов для объектов, участвующих в проекте АШИК, с запретом работы в субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей, за исключением онлайн-формата. Рестораны, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест должны работать только в будние дни с 7:00 до 12:00. Запрещена работа в субботние и воскресные дни, за исключением участников проекта АШИК, для которых устанавливается график работы в будние дни с 7:00 до 17:00, часов с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и других массовых мероприятий, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте АШИК до 30 человек. Фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты с бассейнами, саунами, спа-массажем должны работать строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 7:00 до 17:00 часов для объектов, участвующих в проекте АШИК, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Салоны красоты и парикмахерские, а также центры косметологических услуг должны работать только в будние дни с 8:00 до 17:00 часов. Новое постановление вступает в силу в полночь 26 июля. Отметим, что карантин также ужесточили в Алматы.